Ленинский район богат традициями, особенно предновогодними. В их числе и встреча руководителя администрации Геннадия Борисюка с лучшими представителями учебных заведений. Конечно же, завершение календарного года – это хороший повод сказать спасибо всем тем, кто внес свою лепту в очень важное дело – воспитание талантливой молодежи. Ленинский район всегда занимал достойное место в системе образования и области, и города. У нас есть и победители различного ранга олимпиад. Я уже не буду конкретизировать, но это так. Хочу сказать, что, допустим, в этом году директор 20-й школы награждена медалью Франциска Скорины. Вот, у нас в этом году стало на 2 человека больше учителей, заслуженных учителей Республики Беларусь, то есть по их профессиональное. Значит, так подчеркнули значимость. И список достижений можно перечислять очень долго. Педагоги и администрации учреждений образования сделали в текущем году все возможное, чтобы каждый ребенок с радостью приходил в свою школу, гимназию, лицей, чтобы рабочие будни были насыщены образовательной и воспитательной составляющей, чтобы в классах и кабинетах царила атмосфера дружелюбия и взаимопонимания. Многие из тех, кто в этот день находились в актовом зале, уже не раз были в объективах камер телеканалов разного масштаба. За свой труд они не ждут похвалы, ведь когда-то давно сделали правильно. Профессиональный выбор. И сегодня с большим удовольствием качественно выполняют свою работу. В этом году у нас 10 дипломов в заключительном этапе Республиканской Олимпиады, 64 диплома в областном этапе Республиканской Олимпиады, 400 бальника по итогам централизованного тестирования. Гимназия номер 1 вошла в топ-100 лучших учреждений образования Республики Беларусь по итогам ЦТ. Педагоги, работающие с особенными детьми, это тоже особенные люди. Это требует душевного тепла, это требует, может быть, даже до некоторой степени самоотречения. И, так скажем, чревато профессиональным выгоранием. Но люди, которые пришли к нам и работают, они уже не уходят. Те, кто уходят, были случайными. В торжественной обстановке заслуженные награды получили лучшие педагоги, директоры и их заместители. Каждый диплом – это результат постоянной плодотворной работы. Работы с детьми, такими умными и образованными, такими творческими и креативными, такими непосредственными и талантливыми. Ведь от того, какая опора и поддержка будет у мальчиков и девочек сегодня, зависит, какими войдут они во взрослую, самостоятельную жизнь уже завтра. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».